Доброго вечора. В прямому ефірі на телеканалі «Чернівецький промінь» програма «Рецепти здоров'я». Я ведуча Олена Спринчина. Сьогодні ми будемо говорити про гінекологічне захворювання, про ерозію шийки матки. І про це ми поговоримо з гостею, яка завітала до нас в студію. Це Галіць Любов Олексіївна, лікар-гінеколог медичного центру «Оксфорд Медикал». Доброго вечора. Любов Олексіївна, я дякую, що ви до нас прийшли. Ну, в цьому році ви перша гостя у нас. І, в принципі, тема така, яка дуже цікавить всіх глядачів, особливо жінок, тому що ерозія шийки матки дуже поширене захворювання. Так це чи не так, ви зараз нам про це розкажете. Маємо півгодини для того, аби поговорити про цю проблему. Я нагадаю тільки, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, дзвоніть 519-119, телефон в студію. Чекаємо ваших дзвіночків, ми з вами починаємо. Отож, ерозія шийки матки. Ну, на слуху у всіх це захворювання. Ви, як лікар з досвідом, щодня ви приймаєте жінок у себе в центрі медичному. Розкажіть, що це за захворювання таке? Що це таке? Ну, во-первых, я должна сказать, что на самом деле, действительно, эрозия шейки матки, это вот название, оно на сегодняшний день устаревшее. Угу. И правильно говорит эктопия шейки матки, потому что такое название отражает происходящие процессы в организме. И я здесь хочу пояснить, что это обозначает. То есть само слово эктопия обозначает расположенные не на своем месте. Ну, шейка матки, понятно, да? Значит, речь идет о том, что на шейке матки что-то расположено не на своем месте. Вот это состояние, оно и называется эктопия шейки матки, а раньше употреблялся термин эрозия шейки матки, и он очень сильно прижился, и на сегодняшний день большинство женщин и очень многие доктора используют именно вот название эрозия шейки матки. Поэтому, в принципе, я думаю, что если мы и дальше будем говорить, что эрозия шейки матки, то, собственно, всем будет понятно, кто бы в какой момент не присоединился к нашей беседе, о чем идет речь. Что же такое эрозия, она же эктопия шейки матки? Здесь уместно будет поговорить о покровном эпителии, потому что шейка матки – это та часть матки, которую доктор-гинеколог видит снаружи, когда он осматривает женщину. И она покрыта так называемым многослойным плоским эпителием. Что такое многослойный плоский эпителий? Это клетки, которые очень похожи на клетки кожи, чтобы понимали все. Единственное отличие – это то, что они не имеют ороговивающего слоя. Допустим, когда мы говорим о коже человека, то кожа имеет поверхностный слой ороговивающий, он имеет разную толщину. Допустим, на пятках это очень толстый ороговивающий слой. Если мы говорим о лице, то здесь он намного тоньше. Если мы говорим о губах, то там самый тоненький ороговивающий слой. Именно поэтому вот сосудики просвечиваются, и губы такие красные. То же самое происходит и если мы говорим о половых органах женщины, наружных, а внутренних, где есть кожа и где есть ороговивающий слой, это выглядит как кожа вообще. А чем ближе мы продвигаемся к преддверию влагалища, то они уже имеют другую окраску, другой вид. И вот это, собственно, и есть многослойный плоский эпителий. Ним в норме покрыта наружная часть шейки матки. Шейка матки в середине имеет цервикальный канал, так называемый. Цервикс – это в переводе на наш язык шейка, да? А цервикальный канал – это канал, который идет в шейке матки, и ведет он в полость матки. Этот канал, он выслан другим эпителием, который называется цилиндрический или железистый. Железистый, вот если мы говорим о названии железистый, он отражает как раз функцию этого эпителия, потому что этот эпителий, он секретирует слизь, которая образует пробку в цервикальном канале, и основная функция, которая на нее возложена, это защитная функция, то есть, скажем, в цервикальном канале слизь должна защитить женщину и от проникновения различных инфекций в верхние половые пути, в полость матки.
И вот состояние, когда цилиндрический эпителий, который в норме расположен в цервикальном канале, вырастает наружу, вот это и, то есть он располагается не на своем месте, это вот и есть эктопия шейки матки, или вот то, что все знают, эрозия шейки матки. Понятно. Скажіть, будь ласка, від чого виникає такий процес? Від чого з'являється ерозія шийки матки? Що стає причиною тому? Здесь есть, можно сказать, три причины, можно сказать, три группы причин. Первая причина – это гормональные причины. И, скажем, если в организме женщины есть сдвиг в сторону эстрогенных гормонов, то, скажем, тогда мы говорим о том, что у девочки гормональная эрозия. Да? Это состояние характерно для молодых и для юных пациенток. То есть в молодом веке так само может быть эрозия шейки матки? Тому що всі думають, що, ну, більшість думає, що це тільки хвороба, там, недуг жінок, які вже народили дитину. Ні-ні-ні. В молодому возрасті теж є ерозія шейки матки, і вона теж може мати різні причини, тому що, якщо ми говоримо про те, що сьогодні дівчатки починають рано жити половою життям, то, по суті, как бы, ерозії шейки матки у них можуть мати не тільки гормональну природу, но также еще и воспалительную природу. То есть 90% эрозии шейки матки связано именно с наличием инфекций на шейке матки или в цервикальном канале. И третья группа – это механическое повреждение. Механические повреждения, они возможны в случае, когда, например, проводятся какие-то операции или манипуляции на шейке матки, вводятся спирали, извлекаются спирали для, скажем, для контрацепции, когда используются. Да? Во время полового акта может травмироваться шейка, в родах травмируется шейка. И это является причиной возникновения так называемых эрозий или эктопии. То есть в результате этого цилиндрический эпителий перемещается наружу. Любов Олексійовна, скажіть, будь ласка, жінка, в якої є ерозія шийки матки, вона самостійно, без допомоги лікаря, може виявити, що в неї є ця недуга? Чи тільки прийшовши до гінеколога, гінеколог може встановити, що так, у вас ерозія? Чаще всего эрозия шейки матки протекает бессимптомно. Единственный симптом, который иногда появляется у женщин, это немножко увеличенные обычные выделения. Это в том случае, если мы не говорим о том, что, например, эрозия имеет инфекционную природу. Потому что если эрозия имеет инфекционную природу, то естественно, что выделения уже они определяются тем, какой вид инфекции находится на шейке матки у женщины. Да? Разные виды инфекции дают разное качество выделений. В тех случаях, когда речь идет о гормональной эрозии, да, или, например, какой-то механической причине возникновения эрозии, тогда или нет проявления заболевания, или они настолько незначительные, что женщина фактически даже может не обратить на это внимание. И, по сути, очень часто бывает так, что диагноз эрозия шейки матки ставится во время осмотра у гинеколога случайно. Допустим, пациентка приходит на осмотр для того, чтобы узнать, или все у нее хорошо со здоровьем, просто, да. Гинеколог осматривает и видит, что есть эрозия шейки матки. Ну и потом гинеколог встановлює причину, чи вже незалежно від чого ця причина, просто лікується ерозія, ну яким чином це відбувається. Можливо встановити причину эрозии, так? Причину установить возможно, и это просто крайне необходимо, потому что в зависимости от причины уже будет выработана тактика лечения. Хотя суть любого лечения, она сводится к тому, что вот неправильно расположенный эпителий, его нужно каким-либо образом разрушить, и тогда, вот скажем, на это место организм, это место, вот, где был цилиндрический эпителий, организм заживит правильным эпителием, многослойным, плоским, таким, как, который в норме и должен быть. Скажите,
жінка, коли приходить до лікаря, вона може, ну, тому що я знаю, дуже багато є знайомих, які кажуть, ну, у мене ерозія, і дуже відносяться так, нехтують цією хворобою і не поспішають з нею, ну, щось робити. До чого може призвести отаке нехтування здоров'ям, а саме от наявністю ерозії? Які за собою це може потягнути наслідки? З досвіду вашого, наприклад. Смотрите, да, существуют на самом деле разные точки зрения и среди пациентов, и среди докторов. Одни говорят, что это очень опасно, что это может привести к раку шейки матки. Mm-hmm. Другие говорят, что ничего страшного в этом нет, потому что есть опыт каких-то там знакомых, которые уходят с эрозией шейки матки лет 10, и ничего не происходит. На самом деле, правда, и то, и другое. Но сказать, как поведет себя эрозия шейки матки в каждом конкретном случае, очень сложно. Mm-hmm. Но нужно понимать следующее, что тот эпителий, который находится не на своем месте, он находится во влагалище, ему там очень некомфортно, он находится не в своей среде. Угу. Потому что в цервикальном канале там щелочная среда, там он покрыт слизью, ему там хорошо. А на наружной поверхности шейки матки там кислая среда, и он постоянно подвергается действию кислоты. Угу. Он постоянно разрушается. И этот эпителий, он, если мы говорим с точки зрения защиты, допустим, каждая живая клетка, она защищается от любых микробов, которые попадают во влагалище. Mm-hmm. И если мы будем рассматривать цилиндрический эпителий, который находится во влагалище, да, то его защитные силы снижены именно по той причине, что ему приходится выживать вот в таких неблагоприятных условиях. Поэтому у женщин, у которых есть эрозия шейки матки, естественно, что инфекции, скажем так, наблюдаются гораздо чаще. Угу. Если мы говорим, насколько опасно ходить с этой эрозией шейки матки, то это практически тождественно тому, что женщина, которая имеет такую эрозию, она, как бы вам сказать, подвергает себя риску быть инфицированной какими-либо видами инфекции, потому что не все инфекции, которые попадают к нам во влагалище, приживаются. Угу. Но в организме человека есть иммунитет. И, соответственно, когда инфекция попадает во влагалище, не факт, что она приживется и вызовет заболевание. Но у женщин, у которых есть эрозия, вероятность того, что инфекция приживется, угу, она гораздо выше. И если мы говорим о рисках возникновения рака, то естественно, что когда есть инфицирование, то именно жизнедеятельность вот этих микробов, она и приближает наступление вот этого страшного заболевания. И чаще всего это происходит по вине вируса папилломы человека. Угу. Если мы говорим о том, что рак шейки матки в большинстве случаев связан с вирусом папилломы человека, то когда речь идет об эрозии шейки матки, вирус папилломы намного легче прижиться во влагалище, где есть эрозия, где есть незащищенные или слабо защищенные ткани. Тобто ви схиляєтесь до того, що її краще лікувати, а не нехтувати, да, для того, аби уберегти себе в подальшому від ймовірних вирусов, так? Моя личная точка зрения, она такая, что все должно быть на своем месте. Да? Если мы говорим, что эктопия – это ткани, которые расположены не на своем месте, то лучше, чтобы это было на своем месте. Потому что, я не знаю, может быть, я сейчас приведу очень грубый пример, но он, с моей точки зрения, очень показательный. Uh-huh. Если мы говорим о том, что вот есть лицо, да, на лице есть губы, да, и дальше идет ротовая полость, и во рту уже есть слизистая оболочка. Допустим, вот если бы слизистая оболочка выросла наружу, то это было бы тождественно тому, как цилиндрический эпителий из цервикального канала вырастает наружу шейки матки. Mm-hmm. Ну и понятно, что вот слизистая оболочка из ротовой полости на лице, она будет чувствовать, вот эти клетки будут чувствовать себя очень плохо, да. Вот эта среда, которая вокруг нас, она будет их повреждать. И постоянные вот эти повреждения, естественно, что они приведут к неблагоприятным последствиям, в том числе и что касается рака. Як їх прибирати? Тому що найпоширеніший такий варіант, це, як кажуть, припалювати, так? От, прижигання, як кажуть в народі. Що ви рекомендуєте? Що ви своїм пацієнткам рекомендуєте, які до вас приходять? І чи збільшується у вас число пацієнток з цією недугою?
Я не открою что-то новое, да, как если скажу, во всех средствах массовой информации говорят о том, что эрозия шейки матки – это самое распространенное заболевание среди гинекологических заболеваний. И, скажем, ко мне обращаются в клинику Oxford Medical очень много пациентов, которые имеют такую проблему. Кто-то знает о ней, кто-то только устанавливает. Суть любого лечения, в зависимости от того, мы уже говорили, да, что, собственно, какая причина, вот немножко разные подходы для лечения. Но суть, по сути, скажем, разрушит вот тот цилиндрический эпителий, который находится не на своем месте. Потому что мы не можем его вернуть назад в цервикальный канал. Мы можем его только убрать, уничтожить каким-либо образом. И если, например, мы говорим о шейке, шейка... Для нее очень важно быть эластичной, потому что женщина, она рожает, и во время родов нужно, чтобы шейка раскрывалась, и чтобы этому ничего не мешало. Поэтому, когда мы говорим о лечении эрозии шейки матки, то всегда учитывается вот момент того, чтобы не повредить эластичности шейки матки. У нас в клинике используется радиоволновой метод лечения. Это самый новый, самый щадящий метод. И, собственно, это тот метод, который не дает рубцевания шейки матки, дает очень быстрое заживление, является на сегодняшний день самым эффективным. Но существуют также и другие методы, которые применялись раньше. Из них это лечение лазером. Можно также использовать растворы слабых кислот. В случае, когда есть маленькая эрозия, то с помощью таких кислот можно воздействовать прицельно вот только на цилиндрические. Ну, эрозия имеет здатність розростатися, так? Да, эрозия, да, имеет такую способность, скажем, если причина, которая привела к тому, что эпителий разрастается на наружную поверхность шейки матки, существует, то, естественно, этот процесс продолжается до тех пор, пока существует причина, которая к этому привела. Если к этому присоединяется еще инфекция, то, соответственно, процес этот йде гораздо швидше. Дуже багато жінок ще не хочуть позбавлятися, там, лікувати ерозію, тому що існує така от думка, що це боляче дуже. Чи це дійсно боляче? Можливо, це, знаєте, колись до стоматолога було ходити страшно, тому що це було справді боляче. А зараз, ну, враховуючи, в якому столітті ми живемо, зараз до стоматолога піти абсолютно не страшно. Що скажете ви? Чи страшно, чи це боляче? Можливо, розвійте цей міф, аби більшість жінок зрозуміло, що краще прийти, нічого тут такого страшного немає, вийти вже задоволеною, здоровою від вас. Ви знаєте, ви от зараз привели дуже уместний примір остоматології. Да? На сьогоднішній день, допустим, скажімо так, от то, що написано в літературі, то лечення радіоволновим методом, який приміняється на клініці, цей метод є безболезненним. Да? Ну, практический опыт показал, что в тех случаях, когда у разных пациенток, допустим, разная чувствительность, и на самом деле есть пациентки, которым даже не нужно обезболивать этот процесс, и он не будет болезненный. Однозначно сказать в отношении какой-либо конкретной пациентки заранее невозможно, будет она чувствовать или не будет она чувствовать, но очень легко обезболивается это лечение, и пациенты, которые обращаются в клинику, они никогда не испытывают боли, процесс происходит очень комфортно. Скажіть, після лікування який процес реабілітації? Чи потім жінка нормально може жити от, нормальним життям? Чи вона далі приймає якісь ліки? Чи там є якісь застереження? І, ну, тобто, що відбувається далі після того, як позбулася ерозії жінка? Скажем, если мы говорим о том, что процесс завершился, то дальше уже не нужно ничего специального, и, по сути, рецидивы бывают очень редко. Но сам процесс заживления, он достаточно длительный, и связано это с тем, что шейка матки очень, скажем так, плохо кровоснабжается и очень плохо иннервируется. Это связано, в свою очередь, с тем, что женщина рожает, и в родах шейка вот, расширяется до 10 сантиметров.
Соответственно, когда головка раскрывает ткани, да, она растягивает шейку матки вместе с сосудами и нервами, которые там находятся. Поэтому природа так придумала, что в шейку матки заложено очень мало сосудов. Соответственно, это влияет на регенеративные способности. То есть процесс заживления идет медленно, гораздо медленнее, чем когда это происходит на коже. Допустим, если есть ранка на, или рана, скажем так, послеоперационная на животе, она заживает за 7 дней. Если есть ранка на шейке из матки, она заживает за 40 дней. После этого ничего дополнительно, каких-то мероприятий лечебных, профилактических проводить не нужно. Скажіть, для мам, яких, наприклад, які мають дівчаток-підліток, що б ви порадили? Чи потрібно водити дівчаток на профілактику, наприклад, 15-18-17 років, які ще не народили? І до чого? Я чого хочу запитати це, тому що до чого може призвести от ерозія шийки матки в ранньому віці? Чи не загрожує вона безпліддям? Ну, тобто, чи не пов'язано це якось? Можливо, на це звернути увагу наших глядачів? Если мы говорим о раннем возрасте, то, по сути, скажем, там всегда присутствует гормональный элемент, потому что женщина незрелая, да, и в норме, скажем, когда закладываются органы, то цилиндрический эпителий, вот тот, который у взрослой женщины, сформировавшийся, находится в цервикальном канале, то у юной девочки он в норме есть и во влагалище. Потом он превращается вот в тот эпителий, который должен быть многослойный, плоский. Но и, по сути, вот это состояние девочки, именно оно ничем не угрожает. Но если же девочка начала жить половой жизнью, тогда существует гораздо большая вероятность заражения какой-либо инфекцией. И вот, по сути, сама именно инфекция, она является ключевой в том, что эрозия может разрастаться, в том, что она может превращаться в какие-то более серьезные состояния, предрак и так далее. То есть, по сути, вот скажем так, если мы говорим о мамах, да, ну, самое главное – это контакт с дочерью, да. Мама должна знать, как настроена ее дочь на отношения с половые. Допустим, ранняя половая жизнь – это известно всем, что это плохо. Но если произошло, есть, да, тогда, конечно, да, нужно брать за ручку. Потому что ребенок сейчас он не может принимать серьезных лечений самостоятельно. За него решение принимает мама. Нужно ходить к гинекологу, нужно уточнять, нужно выяснять для того, чтобы не было каких-то моментов, которые потом уже нельзя вернуть. Потому что на сегодняшний день рак молодеет, и, скажем так, онкодиспансер работает в полную мощность. И, к сожалению, встречаются такие случаи, когда наблюдается рак шейки матки у молодых девочек. Скажіть, будь ласка, чи аборти, вони сприяють тому, що утворюється ерозія? Да, это как раз вот одна из причин, да, то, что мы говорили, механическое повреждение шейки матки, потому что во время аборта на шейку матки, если мы не говорим о медикаментозном аборте, хотя медикаментозный аборт, он тоже, собственно, влияет на гормональное состояние девочки, да. А инструментальный аборт – это механическое воздействие на шейку матки, потому что матка в момент аборта фиксируется инструментами именно за шею. Дуже багато жінок зараз, ну, в зв'язку з тим, що є доступ до інтернету, є різні реклами, які рекламують, які пропонують, точніше, різні препарати, користаються тим, що займаються самолікуванням. Я б хотіла зараз поговорити про це. Чи зустрічалися серед ваших пацієнток такі, які займалися самолікуванням, а потім вже в результаті приходили таки до вас? І чи може самолікування допомогти вилікувати там якісь народні методи ерозії шийки матки? Що ви можете сказати?
Ну, что касается этого, к сожалению, есть грустный опыт. Угу. На самом деле есть пациентки, которые самостоятельно пытаются решить проблему, например, выделения. Потому что до тех пор, пока девочку, женщину ничего не беспокоит, она, собственно, ничего не делает. Когда ее начинает что-то беспокоить, то понятное дело, что идет совещание с подругами, они обращаются в аптеку и с конкретным вопросом: у меня выделение, какие свечи можно поставить, да. На прием очень часто приходят пациентки, которые на вопрос, что вас беспокоит, отвечают, что беспокоит молочница. То есть, допустим, я как врач не могу сказать, там, вот, глядя на выделение, что у этой пациентки именно молочница. Она уже ставит сама себе диагноз, что у нее молочница. Угу. И очень часто бывает так, что вот эти пробные лечения, так называемые, они не приводят к хорошему результату. И не приводит именно по причине того, что не установлен правильный диагноз. Угу. Самостоятельно диагноз эрозии шейки матки пациентка не может себя оставить. Здесь нужна помощь врача угу. Это обязательно. И, скажем так, когда идет лечение, самолечение, то, что мы называем, да, то часто бывают ситуации, когда уже и доктору не так просто, то есть приходится и думать, и уже намного сложнее решать ту проблему, например, того же дисбактериоза, который появляется во влагалище в связи с неправильным применением влагалищных средств. Я зрозуміла. Я б зараз хотіла, ну, насправді залишилося 3 хвилини до кінця ефіру, дуже швиденько минув час. І я б хотіла, аби ви підвели таку риску нашої розмови і звернулися до наших особливих глядачок, та, з якимись такими основними тезами, основними порадами, щоб вони не боялися, щоб вони приходили до вас, щоб вони займалися своїм здоров'ям. Ну, я зараз все говорю за вас, тому будь ласка. Вам слово. Ну, что бы я хотела сказать? Я бы хотела сказать, что лучшее лечение – это профилактика, это выражение, которое мы знаем многие годы, это на самом деле так. Многие гинекологические заболевания протекают бессимптомно, и, скажем, для того, чтобы быть уверенной в своем здоровье, для того, чтобы тратить намного меньше времени, намного меньше средств, нужно вовремя обращаться к врачу. И, скажем, раз в полгода – это как раз такой адекватный период, когда, допустим, можно уже прийти к доктору и посмотреть, нет ли каких-то изменений таких, которые еще себя не проявляют. Потому что для всех, для нас известно, что заболевание появляется очень часто, намного заблаговременно до того, как оно начинает себя проявлять. Угу. Ну и от себя могу сказать, что, допустим, если я работаю в клинике Oxford Medical, конечно, я приглашаю всех в клинике. Есть новейшее оборудование, недавно появился очень совершенно новая, самая современная модель аппарата УЗИ, который помогает в диагностике различных заболеваний. Угу. И поэтому, пожалуйста, приходите, следите за своим здоровьем, будем рады вас видеть. Люба Олексійовна, я дякую, що ви до нас прийшли. Було справді дуже цікаво, і я от бувало, що тут заслухувалася вас і забула, що ми на прямому ефірі. Я вам дякую, що ви до нас прийшли. Я хочу нагадати, що це була програма «Рецепти здоров'я». У нас в гостях була лікар-гінеколог Галіц Люба Олексійовна, лікар медичного центру Oxford Medical. Дякую вам ще раз, що прийшли. Вам дякую, що ви нас дивилися. До побачення. Будьте здоровими.